Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Фернан Эдмон Жан-Мари Кнопф «Карие глаза и синий цветок». Написано около 1905 года. Бумага, гуашь, пастель. Данное произведение напоминает созданное Кнопфом фронтспис поэтическому сборнику стихов поэта-символиста Григуара Леруа «Мое сердце плачет о прошлом». Круглый формат изображения «Тонда» довольно часто повторяется в работах художника. Он наводит на мысль, что эта картина на самом деле зеркало, и женщина смотрит на свое отражение. Окружность четко очерчивает и разграничивает изображение, отсекая все лишнее. Лицо героини имеет некоторое сходство с Лили Макс. Это молодая англичанка, которая жила в Брюсселе и неоднократно выступала моделью для произведений художника. Таинственный застывший образ с темно-карими глазами, окруженный полупрозрачной, почти невидимой вуалью, гипнотизирующей, глядит на зрителей. На переднем плане цветок и жемчуга в стеклянной тонконогой вуазе. Цветок, вероятно, цикламен. Его синий цвет символизирует идеал. Сдержанная, преимущественно монохромная гамма произведения позволяет сосредоточиться на пронзительной карие глазах женщины. Данный оттенок у символистов означает духовность. Вот такое описание нашел в интернете картины «Карие глаза и синий цветок» автора Фернан Эдмон Жан-Мари Кнопф. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».